Как же нам здесь... Как же... Вот... О, вот это да, я не ожидал, что так ловко получится. Вот тебе противный робот. Здесь стопудово должен быть где-то босс. Если роботы уже есть, значит и босс где-то не за горами. Ой, бу-га-га-га-гай, напугала мозга. А у нас и базука, и бластер. Так что мы здесь со всеми быстренько разберемся. Ага, не ждали меня? А вот и я вернулся. Red Bull снова в деле. Где эти шмагодявки? Плюс! Вот так тебе. Ага, подоставили тут ловушек, но сейчас мы ее обманем. Иди сюда, блоха летающая, шмяк-плюх! Самое главное, нам не забыть собрать все кристаллы. Отлично! Так, опа! Слушай, а мне даже и пушки не надо, оказывается, мы их так просто плюхнем! Чуть не скинул меня! Так, здесь бронебосец у нас, броненосец. Мина. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, мы ловко плюхнули. Ай-яй-яй! Еще одна шмакодявка! Эй, мы кого-то забыли! Кажется, здесь где-то должен быть еще один кристалл. Да, вот он! И еще вместе с ним базука! На, раздавили мы этого броненосца. На самом деле это андроид какой-то. И мы можем с вами отправиться в новый уровень. Ура! Всем привет, ребята! Вы на канале СПТВ. И мы снова продолжаем играть в Red Bull. Мы всех переплюхаем, всех андроидов замочим. Вот, броненосец тут есть один. Знаете, как я понял, что он робот? Смотрите, он катается на шарике. А настоящий броненосец уходит на своих лапках. Так что это робот. И здесь нас просто атакуют. Ух ты ж, как непросто нам будет забрать. У нас жизни почти нету. Нужно быть осторожным. Но у нас есть бластер, а значит все получится. Ой-ой-ой, земля уходит из-под ног. Чекпоинт! Отлично! Теперь, если мы проиграем, вдруг мы начнем прямо отсюда, а? Опа! Ну-ка, иди сюда! Сейчас мы тебя с бластера... Не прицелиться! Отлично! Заберем монеточки... О, смотрите, вот где еще один кристалл спрятался. Ать! Как бы нам его достать? Давай, еще немножечко, чуть-чуть. Это не так просто, как вы думаете, ребята. Так что напишите в комментариях «СПТВ вперед!», чтобы у меня все получилось, и мы собрали этот кристалл, которого нам так не хватает. Я уверен, мы его достали! Вау! Круто! Теперь мы с вами отправляемся дальше! Базука! Бластер! Все кристаллы у нас! И шмакодявку плюхнули! Осталась последняя шмакодявка! Плюх! Ой-ой-ой-ой-ой! Заберем... А, нет, мы все кристаллы собрали и отправляемся в новый уровень. Снова эти броненосцы. Шмакодявки, плюх. Вот так тебе. Теперь у нас есть базука, и нам ничего не страшно. Иди сюда, броненосец. Жалко, вот этот столб нельзя снести. Он стреляется... чем он стреляется? Дротиками какими-то? А, он копьями стреляется, представляете? В него стреляй, не стреляй, попасть нельзя. Эй, а как этот кристалл-то брать? Кажется, я рано все жизни взял. Ох, придется нам рискнуть. Да, мы взяли кристалл, еще и на мину попали. Пых, нужно быть повнимательней. А вот шмакодявка. Кыс, иди-ка ты сюда.
Шмяк! На самом деле я очень сильно обожаю ходить с базукой. Как же нам здесь... Как же вот... О, вот это да, я не ожидал, что так ловко получится. Еще у нас будет инструктор. Да, отлично. О, смотрите, а там маска сидит. Ой, бу-га-га-га-гай, напугала маска. А у нас и базука, и бластер. Так что мы здесь со всеми быстренько разберемся. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Да, мы проскочили, кто-то мину тут нам подставил. Прям на мину, да что ж это такое, нужно быть повнимательней. Давай, давай, вперед! Кстати, ребята, ваша подписка, ваши лайки и ваши комментарии придают силу нашему Рэдболу! Прокачивается наш скилл, и мы можем еще увереннее идти и проходить эту игру. Так что не забудьте поставить лайк, написать комментарий, СПТВ вперед и нажать колокольчик с подпиской. Потому что мы здесь всех уже просто победили. Осталось последний кристалл забрать. Да, мы забрали последний кристалл и отправляемся в следующий уровень. Интересно, что же нас там ждет? Главное, у нас с собой есть базука. Ой, нам дали бластер. Смотрите, какой он другой. Да и тут какой-то у нас завод словно. Может быть, это завод по изготовлению черных квадратов? Ребята, а вы как думаете, что же это за завод такой-то, а? Вверху у нас есть кристалл, отлично. И внизу еще один. Да-да-да-да, осторожно. Здесь очень острые зубья. Да, у нас все получилось, получилось, получилось. Вперед! Где эти все шмакодявки? А, попрятались. Ха-ха. Как мы быстро и ловко здесь прошли. А этот завод просто так не кончается. Смотрите, куда это мы попали? Главное бластер забрать. Здесь роботы-пауки есть. И это неожиданно. Иди сюда, блоха летающая. Да, мы его плюхнули, отлично. Выбегаем, вылетаем. Подожди, я же нашел потайной ход, как я упал. Ребята, вы же видели, я попал в потайной ход. Я чего-то не понимаю в этой игре, кажется. Иди сюда, шмакодяв. Плюх. Разгоняем, как же нам взять этот кристалл? И не упал, попасть. Надо будет постараться, это не так уж-то и просто. Кажется, кто-то не подписался на канал СПТВ, поэтому так тяжело собрать все рубины. А, мы его все-таки взяли, хоть и упали. Хорошо, что у нас есть запасные жизни. Но их совсем мало, так что нам нужно беречь нас. Ух ты ж, сколько шипов! Ух, как же нам это провернуть-то? Я верю, что у нас теперь все получится точно. Мы теперь-то знаем, где самые трудные у нас ловушки. Сразу уничтожаем робота. Уничтожаем эту блоху с крыльями. Больше мне напоминает это пиранью какую-то летающую. У него хохолок есть. Смотрите, там волосы какие-то, ирокез прям. Один глаз, острые зубки и два крыла. Что это вам напоминает? Ребята, давайте придумаем кличку вот этой шмакодявки, которая меня скинула. Ну все, ты меня разозлил. Иди сюда, плюх тебе. Ой-ой-ой. Куда это нас скинули? Кажется, мы попали в подвальный этаж. Как бы нам тут проскочить? Интересно. Давай вот так, вот так, вот так. Бегом, 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 бегом. Ну не торопясь. Да, у нас получилось проскочить. О, вот наш кристалл.
Так, а насчет раз, насчет два и насчет три все получилось, даже не зародились. Вау, вот это я понимаю ловкость. Это, кажется, мина передо мной, да? Главное ее нам обрулить и робота плюхнуть. А, не ожидал, что я тут выскочу. Ох, это еще что за молот такой? Ауч! Как это возможно? Хорошо, что у нас был чекпоинт. Ай, все-таки это мина. Я так и думал, что это мина. Я так и знал. Ай. Ой. Вперед, вперед, вперед. Нас победа ждет. Он прям на мину опять попал. Самое главное, бластер, патрончики. И у нас все получится. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Опа, плюх. Так, мы где-то пропустили один рубин, кажется, да? Вон он где. Так, насчет три. И три. Рановато, насчет трех нужно дочитать. А мину прострелить нельзя, жалко. Ай-яй-яй. Нам нужно прицелиться и хорошенечко под... Да, вы забрали все кристаллы. Отлично. Так, здесь у нас машинка-ракетомет. Мы ее обошли, здоровски. Ау, как мы... Как она? Она нас кинула и подбила. Вот это да! Я такой ловушки не ожидал. Отлично. Вот тебе, противный робот. Здесь стопудово должен быть где-то босс. Если робот уже есть, значит и босс где-то не за горами. Ауч, ауч. Допрыгнем, не допрыгнем. Да, мы допрыгнули и наконец-то попали в телепорт. Иди сюда, противная шмаканетка. Ух ты ж, а здесь все труднее и сложнее. Во дела, лазерные лучи. Давай, 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 давай. Опа, проскочили просто идеально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты ж, мы блоху эту раздавили. И выскочили из ловушки просто опасной пилы. Вот это да. Давай, 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 сейчас заберем наш кристаллик. И да, мы его забрали. Кажется, нам осталось собрать еще два. Или три. Здесь везде пилы. Это не очень простая задача. А, надеюсь, у нас все получится. Ай-яй-яй. Там лазер, здесь пилы. Да куда же нам бежать-то? Ну, ракетомет еще стоит. Нам надо допрыгнуть. Отлично, мы пополнили наши жизни и можем отправлять. Что? Это очень сложный уровень здесь. Все так запутано. Везде ловушки, лазеры, ракетометы и пилы. Ауч. Так что, ребята, подписывайтесь на канал СПТВ. Не забудьте написать пару комментариев и нажать колокольчик, потому что Red Bull просто так не сдается!